Сергей Довлатов, известный, любимый миллионными читателями, говорил, что через его жизнь прошли три города – Ленинград, Таллин и Нью-Йорк. В Таллине он проработал три года – с 1972 по 1975. И об этих годах наиболее ярко рассказал его роман «Компромисс». Художественным руководителем Таллинского фестиваля и его своеобразным мотором является литератор Елена Скульская, лично знакомая и дружившая с Сергеем Довлатовым. Как всегда, зрители ожидают премьеры на этот раз двуязычного литературного спектакля «Посадочный талон». Довлатов переведен на эстонский язык, практически все его вещи переведены. И в минувшем году, ко вторым дням Довлатова, мы выпустили книгу «Воспоминания о Довлатове», в которой участвовал, в частности, Валерий Попов, его близкий друг Андрей Арьев. Мои там тексты были, она вышла на эстонском языке и разошлась моментально за два дня. Да и книги Довлатова не достать. К каждым довлатовским дням мы хотим устроить выставку и вынуждены просить у библиотек его книги. Да и русским, и эстонским актерам, среди которых Наталья Мурина, Екатерина Новоселова, Индрек Самуль, Роман Максимук и Каспар Вельберг, и есть о чем рассказать зрителям после того, как они глубоко погрузились в довлатовское творчество. Точно так же, как они считают, что язык поэзии, на котором они говорят в спектакле, тоже будет понятен и молодым зрителям. Это, во-первых, такой очень метафорический язык, поэтому, я думаю, он будет понятен всем вообще, людям, даже вне зависимости от языка, потому что как язык стиха, он же такой, он универсален в некотором роде, да, и вот, ну, как мне кажется, в нашем спектакле, вот просто если уловить вот эту вот какую-то ниточку, да, то можно ее протянуть вообще через весь спектакль и понять, ну, до конца все очень хорошо, вне зависимости даже на каком языке говорит зритель. Есть и в фестивале самая настоящая главная звезда. Это Евгений Рейн, человек-легенда, ученик и друг Анны Ахматовой, человек, которого, в свою очередь, уже Иосиф Бродский называл своим учителем, автор книги «Мне скучно без Довлатова». Кстати, Рейн неоднократно посещал в Таллине Сергея Довлатова, несмотря на то, что это были визиты к опальному писателю. Евгений Рейн выступит с двумя творческими вечерами. Первый из них 23 августа будет посвящен Сергею Довлатову, а второй 25 августа уже творчеству самого Рейна. На нынешних днях Довлатова много будет говориться о связи литературы, времен и поколений. Например, в полдень 24 августа в театральном зале Национальной библиотеки поэзию Ахматовой, помимо переводчицы Дорис Каревой, прочтут 18 известных женщин Эстонии – актрисы, телеведущие, общественные деятели. Удивительно, но произведение Довлатова даже навевает музыкальные фантазии. Впервые будет представлена джаз-композиция. Это музыка, которая навеяна Яку Соояру и его группе после прочтения повести Довлатова «Компромисс». Вообще же весь спектакль идет под музыкальное сопровождение одного из известнейших эстонских музыкантов, но это все увидят те зрители, которые на него придут. Александр Сахаров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.